Молодец, как вчера. Игра была хорошая, мы играли против нашей молодежной команды. Ну, опыт сказывается, мы их выиграли. В первую очередь у нас как командная игра очень хорошо складывается. Уже, ну, мы как бы новая команда, только в этом году собрались, вот уже наигрываются пацаны. И в общем игра очень хорошая. Уже друг с другом связка, все такое идет.
Турнир очень интересный, все команды сильные. Ну, надеюсь, завтра уже наших многократных чемпионов павлодарцев уже выиграем. И надеюсь на это. Сыграли так очень хорошо. Мне понравилась игра, в общем. Ну, проиграли, ничего страшного. В дальнейшем будет все лучше и лучше. Опыта набираемся. Думаю, надо поработать над защитой. Вратарю нужно чуть поотрабатывать. Удары ему половить, а то ему пропускали сегодня очень много. Ну, а так все хорошо. Нападение хорошо. Надо пасы увеличить больше, и все. У нас как первый тур прошел, ну, как сказать, плохо, но мы только начали. Проигрывали. Во втором туре начали очень хорошо играть. У нас хотя бы одна победа есть. Ну и постараемся в этом туре выиграть. Занять третье место.